вот нам нужны такие вот цвета. Сейчас мы сделаем кое-что. Нам нужен кружочек вот такой вот. Вот. Нам нужен вот, вот такой вот кружочек. Вот. И сейчас мы сделаем ему глазки и улыбочку. Глазки у нас из оранжевого цвета. Вот такие вот у нас глазки. Вот они. Если хочешь посмотреть, то вот. Вот так у меня вышел второй глаз. Страшно. Вот такой вот. У меня пластилинчик. Сейчас мы ему сделаем ротик. Не такой, как у них. А немного кривый. Ну что, у него... я смотрю мультик про них, а я видел, что слепот, он у них там смеялся, как гелий. Вот. То есть мы должны ему сделать вот так вот. Вот. Это специально для него. Нам нужно еще. И все. Ладно. Мы можем в такое прикрепить. Вот так. Мы ему сделали одеялко. Вот. Одеялка его. Сейчас мы делаем мой ротик. Он у нас тоже смеется, конечно. Сейчас мы всем сделаем ушки. Там были говорящие тыковки. Но у меня они будут как фонарики. Так что вот они. Скоро они у нас будут готовы. И вот все тыквы у нас сегодня, на сегодня хватит. Так что сегодня мы сможем продолжить наш канал. Да. Сейчас мы продолжим наш канал. Пока что еще продолжим его. Да, мы его закончим. Так вот. Завтра мы с вами делаем что-нибудь другое. А где моя крышка? Ну да. Вот. Я хочу рассказать об этих тыковках. Эти тыквы. Они впоследствии из пластилина. Вот. Смешули, я не люблю делать что-то. Так что ему пушки отломают. Вот. Я где у нас самый красивый мультик. Самый годный. Так что я его сделала вот такой вот цвет оранжевого. Нет, два оранжевых. И вот я делаю Гердмана. Вот он, я домой. Вот я вам покажу его поближе. Вот такой. Если хотите приглядеться, то у Гердмана тут есть шрам, как у мультики. Еще немного тупо. Что такое? Ничего. Так зачем ты смеешься? А? Вот шрам проходит до чурова. До чурова, до чурова и до чурова.
Из-за этого его назвали в мультике Шрам, а я его назову Мен. Менка. Менка его назову. Потому что он мальчик. Если прислушаться, так это мой мозган дует тут. Я забыла вам самую главную вещь сказать. Что не самое главное в мультике, что там есть они. Самое главное, что там есть Гаргамель. Гаргамель — это его снитильники. Он сказал Гаргамелю. Ну, Гаргамалей и Шершишли. Ну, там Гаргамель был. Для Гаргамеля мы завтра сделаем вот красный цвет и зеленый цвет. Завтра мы сделаем Гаргамеля. Гаргамель — это складывается с муфиками. Вот это в Гаргамель. Ну, это из мультика этих смукифов. Меня их уже давно спасибо. Я хочу вам кое-что показать. Вот. Подождите, можно делать видео по паузе или выключить его. Я его опять включила. Подождите. Алло, Лен. Нет. Да. Нет, нет, у меня гости, здесь у меня гостиница, и я тут хорошо живу, но у меня тут такие проблемы, аваляк, нет. Если вы хотите такой чек, то пожалуйста, но я, к примеру, хочу черный, как ведьма. Ну, а чек должен быть вашего размера. Нет, ну. А где папа? А, на работе? Позвони ему, чтобы он пришел сюда. На трубку? Да. А, нет, ну. Нет, ну, я скоро приеду, ладно? Пока. Это моя мама. Вот. Есть? Яйцо. Сейчас мы попробуем туда засунуть тыковку. Не закрывается. Так, у меня яйцо такое. Не нужно. Так, а мы закрываем. Ну что, заканчиваем съемку? Нет, еще. Подождите. Знаете что? После этого мы можем поменять видео на завтра. Мы. Если хочешь продолжить, то давайте поболтаем. Да, у меня есть уже. Давай, кстати. Хэллоуина. Вот мой домик. Подождите. И вот он. Мой домик с окошком. Я сейчас вам его покажу. Вот он. Так, вот он. Если пригородиться, здесь все окна, которые открываются. И здесь есть такой крючок, который закрывает вот так вот. Вот. И открывает вот так, и закрывает вот так. У меня здесь наклейки, книги могут быть, и стаканы. Вот такая вот дверь, синяя дверь. Как бы это домик у меня сохранился. Только вот здесь у меня был звонок.
Что, у меня кончается батарейка вообще. Скажи всем спокойной ночи. Нет, ну, как я могу так прощаться? И пока, если хочешь подписаться, ставьте пальцы вверх и говорите лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока!